Сейчас пробьют полночь склянки. Луна, как медный грош, мерцает вдалеке. Хранить свой капитал надежней в банке, чем так, как Флинт в каком-то сундуке. Казалось нам, мы у цели. Отправим на тот свет попутно много душ. И все, кто до финала уцелели, получат причитающийся куш. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что не страница, мрачные все лица луидоров и пиратских звон. Мечтал дожить свой век в достатке, но у пиратов в честь не ходовой товар. Вам чек вручают в виде черной метки, 6 грамм свинца, вот весь ваш гонорар. Всему виной деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Остров сокровищ. Книжку про пиратов написал когда-то. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Здесь что не страница, мрачные все лица луидоров и пиратских звон. Еще будем вилять, как маркетанская лодка. Мне до смерти надоел капитан. Хватит ему командовать! Я хочу жить в его каюте. И... Хендс. Моя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов. Не торопись. Но, Сильвер, я... Ладно. Я скажу. После того, как Сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль... Что мы сделаем с ними? Голосую. Убить. Земля! Проходи, проходи, Джим. Что ты хотел нам сказать? На судне измена. Только что случайно я услышал один разговор. Оказывается, Сильвер был главным помощником у самого Флинта. Он знает о сокровищах, но не знает, где они зарыты. Как только мы выкопаем клад, нас всех перережут. Капитан! Перехитрил вас Джон Сильвер. Он замечательный человек. Он был бы еще замечательнее, если бы болтал штаны. Да, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Я такой же осел, как и вы, сэр. Раз команда перехитрила меня. Меня, капитана Смоллетта. Но все эти разговоры теперь ни к чему. У меня есть идея, джентльмены. Я предлагаю пока не подавать виду, что мы знаем о их замыслах. Будем на стороже! Будем ждать! Сэр, им все известно. Мы пропали. Сколько же на корабле верных нам людей? Нас 7 вместе с Зимом! Против 19. Я буду драться за твоих! Нет, за четверых! За 12! За 13! Разрешите идти, сэр! Выполнять долг! Есть, сэр! Кругом! Шагом! Арф! Ачма! 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 Ребята, видел ли кто-нибудь из вас эту землю раньше? А? Я видел, сэр. Мы брали здесь пресную воду, когда я служил поваром на торговом судне. Не понял? А, да. Кажется, встать на якоре удобнее всего с юга, вон за тем островком. А? Да, да, сэр. Этот островок называется островом Скелета. Один матрос нашего корабля знал все названия. Вот та гора называется подзорной трубой. А там у пиратов был наблюдательный пункт. Ребята, вы славно потрудились. А теперь, кто хочет, пусть отправляется на берег. Ура капитану Смоллетту. Ну а теперь все на остров. Ура! Ура капитану Смоллетту! Слушай, Хэнс, оставайся с ребятами на корабле и не спускай с капитана глаз. Ты мне за них ответишь жизнью. Ясно? Интересно, что пираты предпримут на острове? Я должен проследить за ними. Надо догнать его, ребята! Он может все испортить! Джим! Где ты? Ищите его, ребята! Подевался этот негодный мальчишка. Пошли. Простите, кто вы такой? Меня зовут Бен Ганн. Бен Ганн в детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился. Характер мягкий, не женат. 3 года я не разговаривал ни с одним человеком. Вы потерпели крушение? Нет, меня тут бросили. Да, бросили в наказание. А тебя как зовут, мальчик? Джим. А Джим, это чей корабль? Не Флинта ли? Нет, Флинт умер. Но на корабле есть несколько его старых друзей. И это для нас большое несчастье. А одноногий он есть? Сильвер? Да, да, да. Его звали Сильвер. Он у нас повар и верховодит всей этой бандитской шайкой. Ну, я выручу вас, но только Не понял. Только я хотел бы знать, получу ли я хотя бы 1000 фунтов из тех денег, которые без того ведь мои. Разумеется, Сквайр самый щедрый человек на свете. И он свезет меня домой? Конечно, сэр. А теперь расскажите о себе, сэр. О, сэр, это ужасная история. И если нам удастся вернуться на корабль, вы получите вот этакую головку сыра. Но тссс! Я слышу шаги. Это пираты. Прячемся. Наши дела не важно. Во-первых, сейчас Джим. Во-вторых, похоже, что пираты не выпустят нас отсюда. Надо что-то делать. Ага, а вот и Джим. С кем это он? А вот и Сильвер, и пираты. А это что? Джентльмены, у меня есть прекрасный план. Ну так. Бежать против течения! Раз-два! Пушка! Они заряжают пушку! Зачем? Они будут стрелять! Прибавить ходу! Раз-два! 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 Смоллетт и Трелани захватили оружие и сбежали. Они захватили форт. Сруб с корабля не виден. Они целятся в наш флаг. Его надо спустить. Спустить флаг? Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время сражения. Никогда! Джим! Джим, взгляни! Видишь? Там твои друзья, а? Или разбойники? Нет! Сильвер поднял бы веселого Роджера. Пиратское знамя. Тогда скорее к ним. Погоди, погоди. Я должен встретиться с доктором. Пусть приходит один. Хорошо. Доктор, Сквайр, капитан, это я, Джим. Здравствуйте. Доктор, я только что встретил одного человека. Его зовут Бен Ганн. У него есть какие-то новости для вас. Что это? Белый флаг. Держу пари. Они затевают какую-то хитрость. Внимание! Все по местам! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз! Ой, ой, ой. Что вам надо? Я хочу заключить с вами договор. Не стреляйте. Хорошо. Садитесь, любезнейший. Спасибо. Говорите, зачем пришли? Мы хотим достать сокровища. И мы их достанем. А вы хотите спасти своей жизни. Имеете на это полное право. У вас есть карта? Возможно. Я знаю, есть. Отдайте нам карту. Это все? Ничего у вас, любезнейший, из этого не получится. Тогда вместо меня заговорят ружья. Что вы говорите? Вы крепко сели на мель, Сильвер. И все от того, что вы слишком жадны. А теперь послушайте одну поучительную историю, сэр. Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили. Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня. Да, и не мог умерить Билли, аппетиты крокодили. И что Билли не побили, просто не было ни дня. Раз, два, три, четыре, пять, знаете, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность это скверно. Раз, два, три, четыре, пять. Скажем без подвоха. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность это плохо. Жадность это плохо. Жадность это плохо. Женщин Билли сторонился, не встречался, не женился. Ни за жадности ни разу не влюблялся, не страдал. За конфеты и за астры не желал платить пиастры. Заработал язву, астму, а затем концы отдал. Раз, два, три, четыре, пять. Жадный век от века. Раз, два, три, четыре, пять. Равственный коллега. Раз, два, три, четыре, пять. Если жадным будешь... Раз, два, три, четыре, пять. Сам себя погубишь. Сам себя погубишь. Сам себя погубишь. Вот и все. И нету Билла. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изила, в жизни мало что успел. Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера. Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев. Раз, два, три, четыре, пять. Знаете, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность – это скверно. Раз, два, три, четыре, пять. Скажем без подвоха. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность – это плохо. Жадность – это плохо. Жадность, я бы сказал, очень плохо. Да-да-да-да. Теперь вам все понятно, Сильвер? Если вы придете сюда поодиночке, я закую вас в кандалы и предам справедливому суду. Если же нет, то запомните, меня зовут Капитан Смоллетт. И я всех отправлю на виселицу! Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. По местам! Уже больше часа. Становится скучновато. Вот они идут. Внимание! Приготовиться! Огонь! говорю! Неплохо, неплохо. Все же они получили свой паёк на сегодня. Итак, господа, нас было 4 против 19. Сейчас, значит, 4 против 9. Блестяще. Джентльмены, поздравляю вас с победой. Ура! Ура! Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смоллетт отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты». Мы все участники регаты. Гребем, гребем, гребем к себе во славу почести и злата. вино, красоток и т.д. Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет. И потребление возрастает, а производство отстает. Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатство? Жизнь коротка, и сколько бы ни съел, наесться впрок, не стоит зря стараться. Сушите весла, сэр. Сушите весла, сэр. Наесться впрок, не стоит зря стараться. Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр. Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе гребцов. Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал. Дерзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла, всё! Финал. Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатство? Жизнь коротка, и сколько бы ни съел, наесться впрок, не стоит зря стараться. Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр. Наесться впрок, не стоит зря стараться. Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр. Так это вы, Бен Ганн, выкопали сокровища. Прекрасно. И перенесли в эту пещеру. Блестяще. Теперь пираты у нас в руках. Я спокойно отдам им карту и форт. Прекрасно. Что за чертовщина? Куда это ушел доктор Ливси? Просто у него есть какой-то план. А если у него есть план, так и у меня найдется кое-что. Я угоню у пиратов Испаньолу. Негодяй, Израэль Хендс! Я? Да, ты! Клянусь громом, это Джим! Здесь. Да это же Джим Гокинс. Черт меня подери. Заходи, заходи, я всегда рад старому другу. Джим, ну раз ты уж забрел сюда, то присоединяйся к нам. Но, сэр, как вы сюда попали? А где же доктор Ливси, Трелани, капитан? Куда они подевались? Мы заключили договор, получили крепость, а они ушли. Где они теперь? Я не знаю. Сэр, раз уж я у вас в плену, делайте со мной что хотите. Но знайте, это я вытащил карту из сундука Билли Бонса. Это я подслушал ваш разговор на шхуне и передал его капитану. Это я убил Израэля Хендса и увел шхуну. Ваше дело проиграно. Пустите ему кровь. На место. Кто ты такой, Джон, чтобы здесь командовать? Может, капитан? Все неверно говорит. Пустить ему кровь. Командуют тут все, кому не лень. Джентльмены, кто хочет иметь дело со мной, пусть выйдет, пусть выймет свой кортик. И я хоть и на костыле увижу, какого цвета у вас потроха, прежде чем погаснет эта трубка. Не слишком храбры. Так слушайте, кто тронет Джима, будет иметь дело со мной. Вы собираетесь мне что-то сказать? Ну, говорите же. Я слушаю. Прошу прощения, сэр. Вы в последнее время стали часто нарушать наши обычаи. Команда имеет право собраться и поговорить. Согласно обычаю. На сходку! Таков закон. Ты на волосок от смерти, Джим. Они хотят разжаловать меня. Услуга за услугу. Я спасу тебя, а ты спасешь мою шею от веревки. Я сделаю все, что смогу. Да. Значит, по рукам. Да, кстати, ты не знаешь, зачем доктор отдал мне карту? Что-то не так. Джон, ты не изложен. Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано. Тогда ты заговоришь по-иному. Ты не изложен, Сильвер. Слезай с бочки. Слезай с бочки. А ну стаскивай его. Слезай, слезай. Теперь послушайте, что я вам скажу. Вот этот мальчишка заложник. И он, этот мальчишка, быть может, станет нашей последней надеждой. Ну ладно. А доктор? А почему я отпустил его и остальных? Вот. Она настоящая! Вот подпись Флинта! Да-да, мертвый узел. Но как мы увезем сокровища? Ведь у нас нет корабля. Да. Это ты должен сказать. Ты и другие, кто проворонил шхуну. Я нашел вам сокровище, а вы потеряли корабль. Я не желаю быть капитаном у таких дураков. С меня довольно. Сильвера! Сильвера! Около капитана! Джентльмены, мы идем на поиски клада. Что это за крик? Он уже нашел. Что? Нашел сокровище. Сокровище! Сокровище побежали! Скелет. Это моряк. А одежда у него была морская. Да ну, а ты думал найти здесь епископа? Однако, почему кости лежат так странно? Кажется, начинаю понимать. Они показывают нам, где сокровища. Проверьте по компасу. Юйд-Вест. Значит, там полярная звезда. Вон там веселые фунты. Клянусь громом, это одна из милых шуток Флинта. Вот три высоких дерева. Теперь и ребенок нашел бы сокровища. Ребята, вон там нас ждут несметные богатства! Вперед! Неужели Джим? Он самый! Джентльмены, мы должны спасти Джима! Это наш долг! Внимание! Слушай мою команду! Окружай пиратов! Куда подевались деньги? Где дублоны? Где фунты? Нет! Сэр, но здесь же пусто. Ничего нет. Здесь кто-то уже побывал до нас. Где клад, сэр? Вот это твои 700 000, что ли? Джентльмены, их только двое! Один калека, который привел нас сюда на погибель, другой щенок, у которого я давно хочу вырезать сердце! Смотрите, смотрите! Что это? Они идут сюда! Спасайтесь! Бежите! Здравствуйте, Джаблон. Здравствуйте, мои родные. Что-то вы плохо выглядите. Сейчас я вас послушаю. Замечательно. Дышите глубже. Ой, какая прелесть. Хрипотца дает, да-да. Животик дрябленький, печень никуда. Это хорошо, замечательно. Зубки, да. Гниловаты, да, хорошо. Многих не хватает, очень хорошо. Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать из 100 ярдов. Запомните, курение вредно для здоровья. Колумб Америку открыл, великий был моряк, но заодно он научил весь мир курить табак. От трубки мира у костра, раскуренной с вождем, привычка вредная пошла в масштабе мировом. Минздрав предупреждает, курение это яд. Минздрав предупреждает, Минздрав предупреждает. О, Колумб! О, Колумб! О, Колумб! Ни в чем не виноват. Колумб, который Христофор, не ведал, что творил. Немало утекло с тех пор дымсиз и наших сил. Нам слаще аромата роз, табачный перегар. А вдынет вам инфаркт, склероз, рак легких и катар. Минздрав предупреждает, курение это яд. Минздрав предупреждает, Минздрав предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ни в чем не виноват. Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил. Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Куренье – это яд. Минздрав предупреждает. А Колумб! А Колумб! А Колумб! Ни в чем не виноват. А что же будет со мной? Суд решит, Сильвер, а я свое слово сдержу. А, так это ты, Бен. Значит, это ты выкопал деньги. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Стой! Ай, два. Слушай мою команду! К погрузке приступить! Приготовиться к отплытию! Топси на горделе, топси в шкотах и тасках! Паруса поднять! Раз, два! Полный вперед! Всего осталось несколько минут, и меня, какая жалость, видно, не убьют. Не болтаться мне на рее, не пойти на дно. Фортуна, лотерея, фортуна, лотерея. В жизни и в кино, в жизни и в кино, в жизни и в кино, и в кино. Жизнь как в кино? Вроде как в кино. Но не как в кино. Вау! Потому так любит зритель этот дивный жанр, наш душевный исцелитель и бальзам для ран. Распахнет иллюзий фея, в мир чудес окно. Фортуна, лотерея, фортуна, лотерея. В жизни Вдвое, как в кино. Дамы и господа, леди и джентльмены, мадам, месье, сеньоры и сеньориты, товарищи, в фильме участвовали. Озвучивали? Да, озвучивали. Артисты театра и кино. В Бристоль, друзья. Раз, два, три. Я такой же осел, как и вы, сэр. Здравствуйте! А вот и я, доктор Ливси. Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня боялся сам Флинт. Я кричу тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил поменять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть... одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать. Джентльмены, танцуют все.